Что это за пес? Да бомж какой-то. Байер. Это дикий волк, блядь. Все, кто умрет, каски не будет. Тут чтоб моего приста взяли. Вот он ебейший. Когда сосед говорит ебейший, нахуй страшно становится, нахуй я блядь. Писывай, блядь, 240-й. Кафешек второго уровня. Мне кажется, рейд ветка ветками передамажила бы, нахуй. Бля, чекни во втором рейде, если народу не будет. Отчет даю, почет, бля. Но в эфире все на пол. Ебаните. Поехали. На стаку раскол. Дамаж. Вы уже вышли. Потихоньку веди только, блядь. Не надо прям так резко. То вы любите. Так, только гомики воют. Сейчас будет немножко резко. По зеленым поехали, свищем. Стоим, ждем лекарств. Он дровогон, блять. Служи вышли, быстрее. Босс переводим. Подводи босс сюда к нам, что-то там тусуешь. Раскол. Настакал. Так, РДД, напоминаю, пельмени сейчас будут лететь. И стойте кучно, нахуй. Сразу от пельмени отходите. Лучше застаньте в один фрейм, чтобы проще бежать было. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут. Скоро колбы. Колбы. Вон, да, блядь. А, на зеленку спинули. Они нихуя не успел вагон дать. По красному РДД играть. Пельмени отошли РДД. РДД, блин. В красном сущном изменении. Уже вышли. Велизон на серо веди сразу. Меньше круг делай. Аккуратно, колбы сейчас будут. Колбы. Одна секунда. Колбы отошли. Пельмени отошли. По зеленым поехали. Охуенно встали. Подъебало всех зеленого. Отошли все. Отошли к столу ближе. Угу. Сосед блинк еще нажмешь. Добили зеленого. Все. Милики босс поехали. Колба 5. Аккуратно, колба 5, да. Колба 5. РДД по красному поехали. Гермастер побежал. Гермастер, ну блять, рано ты, блин. Во, красава, блять. Да, вот именно так, блять. А потом делаешь кружочки в мили... и в РДД зону хуять. Пельмени отошли. Колбы сейчас будут аккуратно. Колбы отошли. После этих хуников. По зеленому иди. По зеленому все поехали. Встали в РД зону миники. Лужи вышли. Блять, храните его, похуй. Зубы дай по себе. Отойдите все от зеленого. Нормально. Отошли к столу. Все набили. Стопать будем. Пока бейте, потом стоп. Колбы отходите. Колбы готовьтесь и пельмени сейчас. Колбы отошли. Пельмени отошли.
РДД по красному играем. По боссу все стопнули, все в красном освещивались. Все в красном освещивались до едины. Служи вышли. Извелся. Блять, сказал же все стопнули. Бей в красный. Съебывайте сразу от него, там еще доты потикают. Геру сразу с пулы и добивайте красного. Ну, не успел сразу? Киньте КС-очку, на. Нет, я не успел. Геру сразу, как только, блядь, со стана выйдем. Все по красному влились максимально. Отбежали от него, отбежали. Кунка, отлично. Так. По этой стороне остановимся, РДД. С печеньки начинайте. Лучше милики в ебало бить, тут колбы рандомно кидаются. Пельмени отошли, Рдена. Потом вернулись обратно в печеньку. Лужа скоро сразу будет. В печеньку вернулись быстрее. Колбы. Что? И лужи. Все там. Лужа, хватит. Лужа, лужа, лужа. Выводи, выводи дальше. Кто-то будет диван давать? Блять, я не знаю, где он на панели, я про диван забыл, но. Так что этот, Глю, дай диван. А, нашел, не надо. Дал. Дай БР по мне, Незлакс. А, кумадал, окей. Танк могу дать. На ХП обновите там. Бля, сейчас зажмёт нахуй. Хуёво стоим. Лужу, этот, колбы отошли. Все, выводи нахуй, выводи туда, далеко, туда к воротам. Запираю, вот, все, хорош, к воротам подведи его. Пельмени отошли, блядь. Войд, блядь, не подводи так близко к РДД. Сказал же, к воротам отведи, блядь. Ты места не видишь у ворот или что, нахуй? Почему РДД, блядь, вплотную пельмени должен ловить? Опять это хуйня, последнее желание. Бис. Блядь. Что-то желает тебе все время дать. Может, у нас все рука сломалась, блядь. Что это за бред, нахуй? Ну, одно и то же. Я не знаю, я еще ни разу пояса кожаного не видел в луте. Он ни разу не падал. И еще ни разу не видел... А, нет, трубчатый... А, ну все, все остальное падало хотя бы один раз. Но вот пояс ни разу не падал. Да. Там квест, если что. У меня такое ощущение, что когда проходит ДК, тупо один и тот же самый лут падает. Он просто не меняется каждый КД. Шторм рейнет, реально. Нет, если на следующий КД, вот допустим, я второй уж пошел на слово, там выпало то, что нужно. По магии, ёбаная. Привет. Всего хорошего. Только не заходите туда. Я, блядь, не понимаю. Кольцо еще упало, которое мне надо, блядь, серебро. У меня опять крит меньше хили, чем, блядь, обычный хил. Это что за нахуй? А какая у тебя раса? Не заходите. Немножко. А у тебя же Эридар был, не? У меня что, один шамон, что ли, потом? Не будем никаким локом чистить трэш. Берем все. Да, это ошибка какая-то, Редяга, такого быть не может. Открой, посмотри. Берем этот. Категория такого быть не может. Понятно. Рыбку поставь, бафаемся сейчас и погнали нахуй. Угу. А умираем тут хаос. По мне дайте баф. Что у нас там синриц у ФК? Ну ладно, он написал. А возим, да? И, типа в комнату залетаем. Не, ну сразу пойдем. Все, пошли. Время дохуя это. Пошли, Тимутер, танки вперед. Тех, кто еще ФКшить, будет просто не поменять матч. Советники, ёбните первым. По сверкам сразу по кинетике играйте. Нонсол, вот этот хант, Адо и Незлокс. Три человека, остальные по боссу. А после этого трэша это релогнуть на другой интернет, мне не нравится. Войт и фонарь, определитесь, кто кого танчит. Мне поебать, кто кого танчит. Ну чё, Войт, как обычно? Да ну на двоих, блядь, Келли там не варик. Не, ну можно, типа, блядь, но это, ну, поебень. Второй раз уступать.
Блять, там просто размах нахуй, там неинтересно. Плюс у тебя ревностные, если что-то откинет кинетика, там шанс есть, типа, выжить. А ты плотненький. Так двоих самое то. Там, видишь, трёпка, она по двум целям. А, бля, поехали. По советнику и тактику играть, по двоим. На ком подписить там тактику, по советнику. По советнику больше. Ай. Встаньте, встаньте, стойте, главное, в кучу только. Чтоб хуйня это не прыгнула. Видел, как я через трэш перепрыгнул, блядь? Паркур? Медведь такая туша. Сейчас смотри еще раз. Не, вот, вот единственное, что я вот поиграл троху за ретрика, я единственное, что понял, блядь, что молоток на экзекутке это бесполезная хуйня. Он типа отдается, если прям в ГКД вообще нет ничего. Профит не дожил уже различим этот молоток. Почему он так мало дамажит? Я смотрю, вот просто средний урон, блядь. Ну, с крита нахуй, у него 8000, это, блядь, вообще хуйня какая-то. И он кэдэшится еще 6 секунд. Блядь. Автоатака, блядь, с крита больше кабьет. Хуйня какая-то. Какой КД у молотка? 5 секунд? 6 секунд. 6. 6? Ну да, что-то мало. Типа у ханта по 30 тысяч критует каждые 9. Не, ну у ханта встроенная экзекутная эта хуйня. Типа, оно как бы, ну, всегда дохуя дамажит. А что за хуйня? Почему, блядь? А на сколько процентов? Что? Когда, ну, 20%. Ну, знаю, можно молоток кидать. 20%? 27%. Ну, ханта 25%. Не знаю, у меня какая-то хуйня с интернетом, у меня 900 пинга. Типа, надо поменять интернет. Добивайте трэш, потом всех резать. Тактика добить. Пиздец. Не злорезаю. Подожди, не пуляй. Блять. Поздняк. Ну, если докастуется, то повезет. Изл тебе резнулась, нет? Да и похуй. Ну чтоб быстрее бить. Советника ебаного бить. Короче, на комбоп нахуй. Свечи титаники. У меня команды нет, я могу резать. Вставай. Тех, тех, пуля. Было бы прикольно, если PvP так можно было сапнуть. Тупо в комбо типа ебали, сап, нахуй. И потом, блядь, продлевается сап без этого. Диминишн, да. Вообще охуенная хуйня, считаем. Ты еще бы урон наносил, да? 5 секунд на 40, вот так, примерно. Это бонусы А13, если что. А13? На сервисе? Слился, ну, да? Ну да, да, да. Эбо, лока там еще хаос. 150 пинга, как играть, кстати, я не могу. Это сало минута. Рыбу поставь, пожалуйста. Два ханта и нетлокс на кинетике, еще раз повторяю. Кто там в Полонара и Талдрама танчит? Я, вот. Мишка, Мишка. Роги на пульте. На вейдфюре на пульте. На вейдфюре на пульте.
Арчена по лбашке. Он рыжил с тобой. А, блять, я не пробахнул. Сейчас, секунду. Все, вроде все. Черт, что на полма? Ну и злокс. Сука, рака. Все, поехали. 3, 2, 1, пул. Ты, блядь, я уже по привычке на роге стоишь, похуй нахуй. Ложный выпад нажал, ебан. А за ШД так вообще заебись. Ну, типа, короче, нажал ложный выпад нахуй, откинул и шестнулся сразу. Все, ебан. Не, вроде без этого на варе больше всего на армсе. Я мало набрал. Мало. Не, в пизду не бейте. Ждите, пока Талдрам откроется в пизду. Не надо бить. Играйте он пока по этим даркам. По Талдраму он пока настакивайте. Так. Да, ШД прикольный. Только соки-то перебивать и всю эту хуйню, блядь, что мне вообще желание никого не. Плюс шмоты еще там для собирать. Талдрам открылся, Талдрам поехал. Да как обычно, как и все собирают, они арт. Потому что этот прокает хуйня, это типа все равно не там. Фанер, мне не нравится то, что он стоит отдельно. Ты самое главное не погибни. Ну ой. И на рудаю по фонареге. Лучший. Я знаю. Вау, на РП. Хочешь так с пулю? Не, давай не надо. Отбежали. Ну ладно. Хотя... А, потом. Не бей сферы, ты что думаешь? Я вижу, я же их специально, типа, освещением даю. Они ко мне привязываются. Пять секунд успеем? Mm-mm. Можешь да. Хейлить? Нет, килисеты добивать. Приди. Да, знаю. Он агро не набрал. Да, я агро не набрал вообще-то. Всё, там 300 тысяч, ну. Погнали трэш бить. Чё, упало, чё, упало? Два КД подряд вроде падает. Надо в Пуговском рейде типа два раза не падал. Падал же еще ДС, нахуй, я не понял. Второй ДС еще падал до этого. Не, по-моему, первый. Да, да. Три ДС-а падало вообще. На сроке, на сроке. Но... А, ну типа с коробок только, если я их не видел. Ну, я не брал, я не видел ДС-а. Кто ДС пиздил, нахуй? Ну, ищи по чату, что тебе сказать. Просмотрел. Ну, у меня на видосе пишется, откуда ДС падал. И может даже и в чате можно увидеть, где это. Справа падал. Справа, сурка. Сурка 100% падал. Сурка, да, помню. Три точно упал, может даже 4. Все, посмотрим. Пытаются. Я только один видел почему-то.
Нет, третий это третий ДС, кто-то один ДС пиздил. Даже еще раз проверил. Не, я не делал. Я точно помню. Я просто все отказываюсь. Блять, ну, кроме двух сволочек. У меня справа вообще ничего не видно. Какого ДС. Нет, если что-то с ней... Там не было типа ДС с профа, там была только пуха и два токена. С профа не было ДС. Мы же тебе говорим, был с кораблей вроде, с сурка, и вот сейчас упал. Может быть, да, потому что там, типа, Кирилл сам забирал, я не видел вообще шмоток ни с кораблей, ни с рука. Там из коробки. Это первый, по-моему, ну, типа, который в боссе был. В боссе вроде, да, первый. Давай же всю комнату. Да пора бы уже в фонарь, пора бы, блядь. Ты вообще, это, не танк, ты вообще тихо. Да ты такой максимум, блядь. Я, мы вообще-то тут... На поддержке какой-то. На поддержке чисто. Каст, ты когда сбивать будешь? Я снова, это, в контроле. Вот не будь тут Войда, не будь Войда, ты бы следующий сдох. Как Войд, ну, Войда вообще никаких. Ну а у меня к тебе претензии, где Кикоста? Я из-за тебя в контроле был. Вот, подстыл свою героическую грудь. Нет, это вихрь, не баблится. Вихрь? Это вихрь? Ну, в вихре нельзя бы забавиться, здесь тоже нельзя. Понял? То есть Кикоста получается. О, типа того. Ну так или иначе, оно то, и другое кастуется, и ты не сбил. Почему? Она вообще какой-то сказочник, блядь, я вообще не понимаю. Ой, даже спастись, нахуй, снова нахуй, пытается спастись. Нахуй, снова спастись пытается, вся. Кому, блядь? Просто твой бред, не знаю, что ответить, блядь, фонарь, успокойся. Ну потому что я выиграл. Ты не сбил, из-за тебя я в контроле. Выиграл. Толян! Победитель! Это просто пиздец. Я в шоке, Ондра, и после этого ты лучший ДК Икис 2. Это вообще... Он лучший ДК? Бля, Беба, дай ему ник нахуй. Поменяйтесь там. Чё, ролим на пулы, ебать? Скучно стоять нахуй просто на лане нахуй, нихуя не делать. А, ты 53. Так, никакой нахуй скучно, блядь, сейчас привыкните нахуй, потом в гере, блядь, будет вам кушать. Я не скучно. Кучно, не кучно говорю, а скучно, ебать, вторым с танком стоять, нихуя не делать, небо смотреть, блядь. Напуливайте фонаря. В гере, блядь, нихуя не кучно, нахуй. Первые разы точно рыбка не кучно поставил? Будет. Да я говорю, не кучно, пока, а скучно, блядь. Пока, блядь, не занерфят, нахуй, блядь, там будет шотать от одного покрова, нахуй. Попомни да мои понятно. Слова, нахуй. Это понятно все. В гере только потом кучно. Хули, Акуме надо волонир просто сделать, и все, изи будет. Так кто ДС пиздил? Так, блядь, а кто-то умирал или нет? Кулаки кому-то надо? Вижу, по друидам надо. Все, на остальных вроде все есть. Все, заебись, арча на клубах. Рейндж набрали, в рейндже стоим. Хилам центр оставить. Дангермастер, блядь. Хули ты там нахуй фкашишь, блядь, я не понял. Да, после меня войдет. Пошли. Блядь, друиды окружили, блядь. Подвиньтесь, парни. Так, сбежались. Можешь забирать. Охуй, подохнем все в братской, да. Братская могила.
Мирай, зеленка. Хорош, пол ебал мне оторвало. Кунка, укусишь синрицу? Синрицу потом укусишь кринчкинга. Кунка, укусишь соседа. Кого укусить? Синрицу. Ты стаунтил, чешо? Да, я стаунтил, у меня бурст. Набираю. Пак, сбегись. Это милику похуй. Ты стену убей. Я на первой взлетке дам массакру. Да. Кстати, а кто тьму забрал? Пока стало или нет? Тьму проебался. Глю, да, шаман. Я скажу когда. Мне бебу кусать. Нет, блять, я тебе сказал. А, ты да, ты бебу, а синрицу соседа. Беба слева от ланы станешь. Раньше набрали. Укус раздать. Сбегитесь под укус нахуй. Дай массакру. Да, и дай массакру. Скорее всего подхилим. Денгермастер. Можешь забирать. Рофлыч, БР по септику. Бля, кункать надо было рогу кусать, а не меня. Перебафните этого. Рога уже укушен. Да. Так, сосед укусишь, скорее всего, кринжкинг укусишь. Рофлыча, кунка укусишь. Мирая. Это синрис ты укусишь, он. Дальше укусы похуй. Кусайте кого видите. ДД и ДД на. Хилов танков не надо кусать. Если она доживет до укуса, что ли? Доживет после летки, что ли? Отдай мне тьму углю. Блять. Не будет взлет? Или будет? Будет сейчас взлет. Ёбаный в рот. Ладно, бабл нахуй. Хорошо, что бабл есть, да? Блять, у нас минус один укус. Ну. Не вставай. Не трать. Незлок знаешь, БРП. Давай. Укусы раздали сейчас. По всем, быстрее. Сбежались, пакт. Геру дали добивать. Честно, ладно. Пинга до хуища. Хуйня ёбаная. Блять, ну и хуйня же панает. Не, сколько в хуй, блять. Я что-то слева давно не танчил фонари. Бугру попал, сука, да. О, на плечи. Да, не шестой, Алик, Алик, покажи, пожалуйста, исцеление. Фонарик
Богатый? Да, фонарик год X. Отдай мне. Могу через каду дать. Хилы тут? Вон там хилабсор. Вон там хилабсор, блин, канули еще. Это готовы хилы? Блять, у вас какая-то хуйня, нет. Парни. Я через канду. Разверни их, разверни. Полностью не канул. Вот еще раз правильно. Просто каждое КД, блядь, смотрю вот на этот ХП, если нахуй не хочу даже больше заходить на уёбку шамана, блядь. То нахуй криты, нахуй, блядь, меньше, чем обычное исцеление, блядь, кого-то хуя начали прокать. Ошибка просто какая-то. Кого ошибка? Это тогда же самое было на Мактиридоне. Сейчас то же самое было на Профе. Так, блин, скинь на форум. Да им похуй, просто, видишь, нет, я уже писал, я вообще не пишу, мне уродует уже. Не, ну ты пишешь. Нет, в теории можно создать тему в общем канале, чтобы другие тоже подписались, чтобы они сапнули, полайкали. Да ху знает, но по мне так ты нормально нахилил, в принципе. Да хуй. Нет, хуй, просто нахилил. Если сравнивать с тем, как они раньше хилили, тогда да, тогда разница. Выбегите. Выбегите. 5 косарей не срезали хила. Это уже если я сравниваю, я бы кидал даже, типа, вот, блядь, прошлое, когда, типа, до нерфа, и после нерфа ваше. Да хуйня было, господи, это было несправедливо, понял? Да выйдите, вы служим, блядь. Прости меня, в две кнопки тоже самое. Несправедливо, но 5 тысяч, это на самом деле много. И хилю нормально на паре боссов, исключительных только. Так, чё-то, Глю, а ты без, ты 4, что ли, или чё? Пиши в рейд, чай. У него только 2 куска. Ебать кринж. Володя про шаманов сейчас? Ну да, их по нерфе вообще не хилят теперь. Фу. Да, не хилят. Просто меньше надо. Хилят. Достаточно. Мало. Надо 15. Так, давайте по луту чуть, это мне места нет. Блять. 190 пинга, нахуй. Рейд и Глю в порталы полетаете. И нардал по Глю. Можете дайте, еще кто-то. Дайте рейс по-быдому, кто-то может. Скорее всего, обмен. Андрей, поснимай, пожалуйста. ЕП. Че, фул пачку фонари? Не-не-не, отдели их. Отдели обмен не наш. Танковские эти ноги. Охота посмотреть хпала в 4-4 на лане. Что он там на абсорбит. Да нормально на абсорбит. Неплохо, я бы сказал. Вот, вот хочется посмотреть цифры. Ну, если я попаду своим хпалом во второй рейс, то можно глянуть. А если Бутуш не придет, там вроде Бутуш во втором играет. Просто... Да можно и два холипала, типа, в зависимости, что по хилам пьют. Много не будет, типа, потому что да, там конечно, только только по миликам разгонять будет нормально. По мне так, блять, если ты. По мне так, если ты 4 не понерфит, два хулипала масхев будет вообще у геру. Да, понерфит, не все коту масленица. Слишком много. Что нереальные цифры. Че, это, постаньте мобов, я сведу, только станьте в вихрь. Ну я этого застаню печеньку. А, кто-то сбил, окей. Ничего, доживем до Т5, все сравняются, хилы почти. Так, ноги никому не нужны, дальше. Шип. Я вот не знаю, как на холика будет Т5 работать. Да, охуенно. Да, Рдру в Т5 нахуй скажет всем сосать плюс. Ну, да. Нет, ну там у шаманов служа неплохая, у престов, считай, в 0.5, шилды, и у этих, у холиков тоже ауешка небольшая. Да, они изменят Т5, мне кажется.
Надеюсь, что нет, потому что довольно... Я думаю, они Т5 менять не будут до того момента, пока на X5 нахуй это Т5 не станет. Ну, они не написали, Т6 появится, и Т5 будет реворк. Они давно это уже написали, по несколько раз это, спрашиваю у них. Хуй. Они официально заявили об этом. Зачем, интересно? Ну и похуй. Либо никому не надо сюда. 10. Англию бери. Лёвку. Галё, у меня шея с меткостью. Да сейчас трэш добьём. Никому не надо? Сейчас этот, короче. Англию. Подожди, не понял. Поставьте к тому джифс. А, у меня ж снова где-то есть у меня. Блядь. Я справа. Ага. Шею. А, подожди, Глю, ты что-то другое забирал или кольцо? А. Ну, кольцо, а я шею забрал. Все понял. Ты и дальше обмен. Джифс с левой стороны стоит. Кому не. Блять. Почините все. Сегодня очень просился AirDrome 260-й опытом. Мне так было жалко ему отказывать. Типа это не Холипал, не Аршам. Че за AirDrome? А ты его взяла? Нет, я не взяла, я отказала. Так а что у нас в первом статике Акума, во втором ковер? И куда? Спекать их в ДД, блядь. Я буду в ТД играть, да. Нет, ну он такой, я спек... ёбарь какой-то. Обратно. Я ёбарь. О, ты ёбарь, да, он тоже ёбарь. Блядь. Так, короче, на риды метку вешают. Все, блядь, там риды ману в портал на Трегинь. Можно так, я за чипсиками схожу? Не в небес, на нельзя. Купа. Просто избитый. Ладно, Рич, твое слово закон. Тебе можно. Будь я тебе поверил. Естественно, мне можно, блядь. Ну все, теперь нельзя. Валера, блядь, я, кстати, не понял, нахуй. Я так понимаю, твое время, блядь, нихуя не настало, да? Ебать, полетели. А чё там воля грызла? Да я не про это имел в виду, блядь. Вон, Ондра понял, походу. О, вы как-то сбили ему взрыв, вурдалаку? Не мату, если кинуть, он не кастанет. Ну, давайте так ПКД, блядь. Ну, только не мотаю. Я не нужна, у меня получше есть, оказывается. У меня есть другая пиздатая. Вот такая. Это лучше. Тебе не нужна, я тебе отдам просто. Негры? Лучшие в мире. Райан, это вообще пиздец кринж. Я думал, кто сбежал с голодных игр. Подавление в первую очередь, да? Поскольку у вас там стаков? 27, 25. Ладно, еще два портала. Этот и еще один. Да
Да забейте нахуй хуйны этого жирного, блять. Сколько раз вам, блять, одно и то же повторять, блять. Пока живой какой-то другой трэш, блять, жирный убивает в самую последнюю очередь. Нари, дай ему немоту. Нет. Спасибо. Не дам. Нет. Бебуш. Я в шоке. Подавление убивайте. Похуй на жизнь. Акума, а ты как туда забежал? Последний, потом будете захиливать. Выходишь там рить с портала, смотришь, что глю тоже выходит, даешь герою захиливать. А вот ты через краба хилишь, а это? Или через кого, я чуть не понял, забыл, блядь. А вон краб в центре стоит, вижу. Геру дали фулл дп, захил точнее, дпс, блядь. Слышали, истерию кидать? Истерию дал по боссу. Ондра тупо дамагит. Кольцо, кольцо упадет. Два кольца. Девять. Два яйца максимум. Плащ. Осколок. Параша выпала, пиздец. Параша, да. Бля, упало только одно. Я помню, кстати, блять, когда мне даггер нужен был, я думаю, блять, вот этот даггер хотя бы чтоб выпал. Думаю, ну, блять, на левую руку одену нахуй. Ром сарпом. Да похуй, блядь, но он 1.4 был, типа урон давал, хоть что-то там был плюс. У меня был уже там 200... Кто-то на пердаке пролетел вниз, или мне показалось? 213 вроде. Это плюс 1. Я не успел этот. Ой, кому-то сейчас пизда будет. Ловкость пережила там. Бать умирает, лох. Ебать, ували мору из жопы. Может, еще лут паролишь, Кирилл? Mm? Может, еще лут паролишь, чтобы потом не сидеть? Да, еще пароль. Ну, пока вот трэш пьем, можно, да. Наруч. Опа. Хоу. Ой, бисовый на протопал, оставлю косарь. Настя просила просто. Чё там, да, где я все, знаю. Чё там, блядь, долго стоять будем? Поехали, ну, внутрь. Ну, а кто у нас там, блядь, Рофлыч, Мирай, Денгермастер потерялись, нахуй. Ты, блядь, ну, сочка ну, 0 от трэша или что, нахуй, я не понял. Это 10к или что? Это 1000. Это 1000. Нет, за 11 тысяч, я говорю, брать не буду, ещё ёбнутый. 101? Чего? Галматинцев? Да это, наверное, 110 пытался поставить, я не понимаю. А, 110? Ладно, давай 500 вот так. Жестко будет. Ебать навалил. Рэпа. По-серьезному сразу. Ладно, 1к давай. А кто это? Эйрелиск. Кто еще кто? Это волк. Дикий волк, мы не поснимемся. А ты Ондра там снимаешь, типа, вообще? Ну да. Снимаешь, видишь. Так, колечко бота никому не надо. Дальше. Токи. Ну, еще трэш просто бьет. Токен никому не надо, разбойник ДК Макдрой. Два штуки есть, чувак, окей. А, ты кинул на бота? Незлок с обмен тогда, я не видел, сорян. Давай, будет. Давай, стой мне. Незлок с обмен. Три токена надо. А, ну забирай ты. Что, кому не доставать, так я не понял. Давай я тебе 3 отдам. 30 ебать. Вот Фьюри 30? Нет. Чувак, Фьюри 30, снимите. Незлок 10. Вот я уже сделал. И... Вайт Фьюри еще нужен токен, да? Сколько тебе? Сколько есть? Ну, давай все. У меня на ДК остался 1, 3 отдаю. Из центра. Вайт Фьюри 10 еще снимите. Mm-hmm. Вольно.
Вау, плейбой за на хп крикнуть. Да это говно тринкет, я даже не знаю, на кого он вообще нормально будет. А кажется, на ханта, я слышал. Вы про волю? Наверное, только если на ханта, блять, Макс. Волю можно на оф, на мишку? Ну да, там есть кто на вайнера, пускай. А, ну все. Ну вроде не 5к, типа первая ставочка-то, а не 20, пацаны. Это не бис. Это не бис, блять. Я слышал, тринки ссылка по 5к, нахуй, нет, брат? Еще ты тоже за 5к забирал? На таких правил не было. Там, блядь, два хила лежат, осторожно. А что, 10 ему минус? Давайте. Засадку снимаю, не, воля, это типа дерьмо, тринкет. Ну, это не бис его нихуя. Чё, кто волю забрал? Что там, дешевился, получается? Ну, похуй, 30 снимешь, нормально. Да я отменю. Земля. Звезде обмен. Акуму ресую. Войд и... Плейбой наш обмен. Я акуму ресую. Ему не надо. Эта хуйня надо кому-нибудь? Груда. Бисовина. Ну, кстати, хорошая бис. На фара. На фаера бис, ну. А фаеров нет. А могут быть. Волк обмен. Дальше мы минус 10. Ханты надо кому-нибудь? Бля, он... Ну не присоединил персонаж, что ли? Может присоединить сейчас? Охуенный пояс. А, да, он не в гильдии. Дикий не волк у него, он в гильдии. Сейчас найду. А чё, можно в не гильдии быть и ходить? Но... Ну а чего там такого? Не знаю, просто стрёмная хуйня. Там еще Незерлорд что-то есть. Я его потом найду, да, у меня. Так, где он тут? Там дайте инора, блядь, типа глю, например. Грудак танковский. Глю обмен. Подожди, ключ, что ты ролил? А, грудак танковский, окей, глю обмен. Дальше. Да, мы... Дал. Я проебался, нахуй. Жезл. Чё, на Войда напуливаем, как обычно? Ну-ну, на фонаре. Эрзо! Я уже здесь, всё. Эрзо, души! Я типа тоже готов, ебать, стою вот им. Так их там много, там протопалов что-то это, ты. Мне за тебя страшно. Я прожмусь. Каплю дашь, каплю дашь? Нет, не дам. Сначала гнев, а потом каплю, короче. Незлакс, это ты что обмен даешь? На ноги? И по себе боб ебашь? Вау, наверное, я выживу 100%. Вальмор 1к, да? Сука. Глупый Эдик думает, что я не заберу. Сейчас дракончиков ебну. Обезьяна, блядь, на паладине. Молчать. Вот бы они станчик дали, блядь, ты умер. Я даже прожался. Да там медведь массу нажал, все, забей. Нам на мне все равно. На доп ипа будете, нахуй, спекаться, не похуй. Да, был, конечно. Да. Так. Я в сову спеканусь, фонарь. Ты это, кажется, только выгоду ищешь, а меня лоха хочешь оставлять. Да нет, вот. Блядь, заебал. Я имею в виду дракон. А почему, типа, этот, блядь, хуёвый ванда на... Приста нахуй. Ну, типа на ДЦ конкретно, если ему забирают СПД. Если ему нужно СПД, типа самое главное. Валера возмущается, да, да, но. 1к, но. Че это? Спекаемся там в ДД, блядь, на ИП там ничего, блядь. Спекайся. Хил еще какой-то будет спекаться. Да, да. Фонарь, ты сегодня тебе клыбка упадет. Ничего себе, ты во сне видел? Нет. Я тоже нет, значит нет. Ну рыбу поставь. Сейчас спек на рыбу. У
Негры. Голодные игры. Блять, ебите вы с рыбы, нахуй. Там пацаны вышел третий сезон. Кто? Ну, сериал пацаны. Сколько серий? А я хуй знаю. Bad boys, bad boys. What you wanna do? Все, поехали, на пульт столько фонаря. Блять, три, два, один, пул, поехали. Гера в КД, сука. А, блядь, точно Гера КД. Кирилл заруинил специально. А у меня нет Гера КД, дайте мне. Реально, блядь. Уах! Без Геры должен справляться. Разве нет? Ну да, мы уже плохо просняли. Мы сильные, видишь? Аниме ком не сильные, но не переживает херню все. На, наебалось немного. Она просто отпрыгнула, ребят. Он что-то раньше. Блять, ну Гера ёбаная. Кирюша, сука. Бывает. Блять, полтора ляма. Нет, она, короче, ребят, просто подпрыгнула и решила подвесить как люстр, смотреть, все нормально. Это пранк. Реально. О, я выжил. Не, ну тогда ладно, раз не 200 нам, тогда минус 200 риндера, правильно? Да. Давайте его, если до взлетки убьем, то плюс 200. До взлетки синдрей. Блять.